сетевом оборудовании Уханьского центра мониторинга землетрясений обнаружена троянская программа, которая передавала информацию на заграничный сервер, сообщило городское управление по чрезвычайным ситуациям, в состав которого входит сейсмоцентр. В МИД КНР резко осудили зарубежную кибератаку. По сообщению компетентных органов КНР, хакерская организация, за которой стоит иностранное правительство, атаковала центр мониторинга землетрясений в городе Ухань. Это серьезная угроза национальной безопасности нашей страны. Китай категорически осуждает такие безответственные действия. Расследованием инцидента занимаются Национальный центр реагирования на чрезвычайные ситуации с компьютерными вирусами и служба интернет-безопасности 360. В июне прошлого года они же разбирались с кибератакой на Северо-Западный политехнический университет в Сиане, за которой предположительно стояло Агентство национальной безопасности США. В китайском МИДе заверили, что в стране примут все меры для обеспечения сетевой безопасности и защиты от хакерских атак из-за рубежа.